Средняя. Ну, может быть, две минуточки, если вы мне уделите. Будет здорово. Друзья мои, вы давно знаете наших молодых? Давно, да? Прилично. Ну, мы сейчас посмотрим. У меня есть пара вопросов. Я буду подходить вот так ненавязчиво и давать вам микрофон. А вы будете отвечать. Мы посмотрим, как хорошо вы знаете молодых. Есть первый вопрос. Где работал жених, когда он познакомился с невестой? Варианты ответа. Я хочу предложить еще один тост. Удивительный. Это тост за детей. Это тост за племянницу Инну и за ее мужа Сережу. За самую лучшую и красивую племянницу. Инна, чтобы твоя семья была здорова. Дети имели беззаботное детство. Любви и счастья вам. Выпейте, пожалуйста, за Инну и Сережу. А также, я хочу предложить тост за Машу. Вы знаете, кто такая Маша? Это красивая девушка, которая должна быть где-нибудь на обложке, не иначе. За Машу красавица. Да, я вам предоставляю тост. Слово.